С декабря 2012 года в соответствии с законом Хабаровского края номер 243 об организации деятельности по опеке и попечительству в Хабаровском крае введено награждение малоимущим опекунам недееспособных совершеннолетних граждан. В среднем по всему Хабаровскому краю вознаграждение составит от 10 до 13 тысяч рублей, в зависимости от того, в каком районе проживают граждане. Вознаграждение выплачивается ежемесячно на расчетный счет, который укажет опекун. Для этого необходимо обратиться в органы социальной защиты и взять справку, что опекун является малоимущим. То есть, что его среднемесячный доход не превышает 9630 рублей. Эта сумма утверждена постановлением губернатора Хабаровского края. С этой справкой он приходит в органы опеки с заявлением, и специалист поможет собрать весь пакет документов, чтобы стать опекуном недееспособного совершеннолетнего гражданина. После написания заявления о том, что вы хотите стать опекуном, через 15 дней органы опеки и попечительства принимают решение, то есть выходит распоряжение Министерства социальной защиты населения. Через 10 дней после этого с опекуном заключается договор и вознаграждение отправляется на указанный им счет через 5 дней после того, как данные средства поступят на счет Министерства социальной защиты населения. Уважаемые граждане, я вас очень прошу, пожалуйста, переговорите со своими родными и близкими. Если в настоящее время у вас под опекой нет недееспособного гражданина, но вы хотите стать опекуном, то тогда, прежде чем идти в органы защиты, вы все равно придите сюда, в кабинет 319А по улице Лесная, 3А, вам подберут недееспособного гражданина, которым вы можете стать опекуном. И тогда мы дальше вместе с вами, не вы один, а вместе с органом опеки, мы соберем весь пакет документов, и вы будете тогда опекуном за вознаграждение. Сумма вознаграждения составит 11 608 рублей 50 копеек. Так как вознаграждение приравнивается к зарплате, с этой суммы будет вычитаться подоходный налог 13%. И сумма к получению составит 10 099 рублей 50 копеек.